Ну что, всем еще раз привет. Я рад вас приветствовать. С вами Matrix прям с Tech Labs Cup 2011 Алматы KZ. И первая игра, с которой мы начнем, будет игра команд Storm Dota, топовой узбекистанской команды, против Микса, ПГГ Вигас и Плюс 3 под названием Аптека. Что можно сказать по пикам? За Сентов играет команда А+, они же Аптека+. ПГГ играет на Бруде, Самбер Вульф, я так понимаю, суппорт играет на ЦМке. Айсман, некогда известный игрок на Личе, Арни будет фармить. Арни играет на Слардаре и будет побеждать. И А плюс 123, играющий на ВРке, никто иной, как Иван Шинкарев, он же Вигот. Всех приветствую этим ранним утром. Прямой репортаж с турнира может быть найден прямиком на сайте next.kz в разделе eSports. И надеемся, что наша трансляция работает корректно. Да, пока все на это похоже. Так, моментик. Я сейчас тут кое-что подправлю и все. Можно играть. Ну что, команда Шторм, играющая за Скоржей, имеет у нас такой пик. Пак на топе, он же вампир, ник у него вампир, играет он против Бруды, стоит на лане. На миде Слардар, Керри с Личом против Баланара. На Баланаре играет Бобби The Slayer, наверное, самый известный игрок этой команды. Не знаю, насколько он, конечно, скилловый, но в плане известности из узбеков, наверное, известнейший узбекский игрок. На ботами Вивер плюс Дазл. На Вивере играет в некто Ванесса, покупает себе уже Базиль. И Вигас фармит. И пока... Так, это ФБ на ПГГ. Это ФБ на ПГГ. Пока здесь шансы есть выжить. И он, вероятно, выживет. Замечательная ситуация. Разыгрывают на топе. И погибает Владимир Аносов, который ФБ, если не отдаст, игра не попрет. Все очень просто. Сэвим игру. На ботами здесь тоже что-то происходит. Пытаются ребята зафокусить Пака. Ох, Пака, Вивера. И Вивер умирает. Вивер умирает от стрелы в эрке. Счет 1-1 в нашей встрече. Ну что, двигаемся дальше. Цепляет СМ-ка в кубик Дазла. Ну, Дазл, думаю, нет, Дазл съедает дерево, и все норм. В общем, 2-2. На ботами, 2-2 на миде и по разам на топе. Честно, упустил я момент, что как же сделал пак ФБ. Почему-то мне показалось, что в соло, но не факт на самом деле. Что написано? Гейм чё? Пишите, надо rejoin. Стрим не работает. Сори, здесь немножко отвлекаюсь на технические проблемы, потому что косяки. И посмотрите, здесь, вероятно, убьют ЦМ-ку. Да, ЦМ-ка рассыпается, но, возможно, вот
VR что-то попробовать здесь сделать, но не попробовал, не получилось. Один, два у нас, собственно, счет. Четвертая минута игры. И как же иллюзия это надоедает сейчас Вигасу. Не дает ему жить. На самом деле, всем еще раз привет. Наше количество людей начинает постепенно увеличиваться. Раннее утро в Москве. Нереально раннее утро в Киеве. И вот тут Винга позволяет себе поразвлекаться втроем со своими иллюзиями против Вигаса. И Вигас, конечно, в этой ситуации вынужден был отступить все же. Ну что, Пак на топе. Есть у него сапог, купил он себе базил, дела у него более-менее. И смотрите, мне кажется, сейчас будет предприниматься попытка, или не будет предприниматься попытки. Так, здесь Дазл, иллюзии Винги и Вивер. На миде. Так, ну теперь Бруда погоняла Пака. А вообще, в целом, конечно, Пак неплохо так запотел. Скажем так. Ох! Shift и все. Shift и не слетает с него лечение. Не знаю, насколько готовили к сегодняшнему дню ПГГ и компания. Почему-то я сомневаюсь, что они вообще к нему готовились. Большего сказать я вам не могу, к сожалению. Ну, а вообще, ребята в хорошем настроении здесь. У них в целом все нормально. Пришел лично, на миде попытался зацепить Баланара, но Баланар как-то спокойно убежал, а Слардар среагировать на это дело не успел. А вообще сегодня будет очень даже жарко. Сейчас начались группы А и Б. Если вы хотите понять все же, какие группы, кто в них играет, добро пожаловать на сайт Next.kz в раздел eSports. Там вы найдете прямой репортаж. Вчера, кстати, были квалификации казахстанские, на которых участвовала команда ПГГ в том числе. Так, посмотрите, Пак. Вот Паку как-то надо выкручиваться из этой ситуации, и он просто-напросто берет и уходит, потому что у ПГГ не было маны на плевок. 110, по-моему, на третьего левела, он стоит там 120, что ли. Вот такие вот дела. На ботами. Ботом. Вигос 17 крипов на 6-й минуте. Вивер 18 крипов. Странно. Но здесь терки 2 в 2. Здесь понятная ситуация. 10 крипов. Баланар не дает ему подходить к крипам. И 40 крипов на 6-й минуте у Арни. Арни делает свое дело и фармит. И несмотря какая бы ни была ситуация на карте, я думаю, что фарм возьмет свое. И пока что Слардар чувствует себя очень даже вальяжно. 40 крипов. Учитывая, что Слардар прямая контракт Виверу. Посему, что мы получаем? Мы получаем, что команда ПГГ на данный момент находится в плюсе. Ну а так, стоит лишь сзади Ванизи 4 левела, сзади Пака. И сейчас, возможно, что-то будет. Лишь ждет момента. 4 левел, жалко не 5. И я думаю, ПГГ... А, вот все, закончился инвиз. Лич спалился, и Пак начинает понимать ситуацию приблизительно. Вот так вот. Нова. Пак. Пака полечили. Здесь оказался вовремя. Дазл, раскаст от Пака. Входит сюда Бруда. И что, что? Пак лечится флаской. И Бруда умирает. Вот он грейв. И здесь конкретно можно поставить плюсик Дазлу, который оказался вовремя в нужной ситуации. Пока что очень хорошо играют узбеки от размена. Радует мой глаз своей игрой. Но то ли еще будет, потому что Слардар на фри-фарме. 45 крипов, 7 минута, 30 секунда. И прямая контракт Виверу. Вот сейчас Вивер нагло и резко. Так, у меня такое ощущение, что я сейчас завтыкал, как убили Айсмана. Айсман у нас играет лечом, да, Баланар где-то его нашел и убил. Вот так вот. Вообще, долго ребята ехали. И я не знаю, будут здесь убивать Слардара или нет. Вряд ли они его здесь убьют, у Слардара авангард. Понятно, это был просто расхарас. То есть тут на самом деле говорить не о чем. Попросту. Но также хочу сказать, что пока мы стримим вот с компьютера, а к финалам планируется трансляция данного действа непосредственно со сцены, с камерами. Поэтому не пропустите расписание. Также может быть найдено на сайте. Не знаю, обновляется ли оно на продоте. Вивера здесь прокастуют. Вивер решил пробежаться еще лишний разочек. А Бруда тем временем
попыталась загрызть пака, но ничего не получилось. Кстати, мне кажется, что по деньгам к паку сейчас должны лететь Power Threads с ситуацией на карте. Нет, это не Power Threads, значит, у него денег нету. Вероятно. Ну что, вот это вот тщетные попытки Баланара что-либо вообще здесь сделать, потому что все мы прекрасно знаем, Вангард столь ранний, и Баланар тут не ощущается на самом-то деле. Но втроем, возможно, с Лордара за наглость запинают. Вот приходит Винга, и ребята будут нарезать. Ребята будут нарезать. Дазл, Войд, замедление, надо драться. Надо драться, но даже втроем ребята не умудряются его убить. А тут по разам происходит замес пак против Бруды. И пак спокойнейшим образом от этого всего дела убегает. Но находит здесь Дазла, и кажется, у Дазла нету Грейва. Дазл, стики, Дазл, ульт, Винга попыталась влететь, покарать кого-нибудь, но как-то нет, как-то не вариант. Еще раз напоминаю для тех, кто сейчас присоединился. Играют у нас на самом-то деле, это так просто указано, что каждый раз не менять Тинакс против Вайпер. Ага, я здесь пока порассказывал, ЦМ-ка-то влетела и на хелпе сделала килл на Дазле. Так вот, играем мы Техлапс. Техлапс кап. Телепорт на топ-пак, рассказ, ультует в Бруду и воет. Четкая игра. Поуспокоились узбеки, то начинали они с криками, было совсем все по-другому. Делаем сейф. Так вот, Техлапс кап, дамы и господа. Микс ПГГ и Вигаса под названием Аптека Плюс, в котором играют более-менее известные игроки, такие как Айсмен, Арни и Плюс Один, который для меня лично не особо известен. В общем-то, они против команды Шторм Дота из Узбекистана, которая, думаю, в двойку узбекистанских команд входит. Ну, а там мы посмотрим, что и как. Все прекрасно помнят по прошлому OSPL команду Viper, которую никто не ожидал, что она зажжет, и она зажгла. Поэтому недооценивать здесь команду Storm Dota никак нельзя. Абсолютно. Причем команда Viper также присутствует на турнире и сидит аккурат за моими спинами. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а на миде пока Баланар пытается сагрить на себя с Лордара, а его хелпа стоит сзади в смоку. В смоке. Смоку, хе. Напоминаю, что две группы будут отыграны сейчас, две группы будут отыграны позднее. А именно где-то в час, в два по времени Алматы, что является на плюс 2 часа больше, чем в Москве, и на плюс 4 часа больше, чем в Украине. И здесь у Пака большие проблемы. Пака привязывают, Пак не успеет. Пак успевает зашифтиться, это его максимум. Его убивают. Четкая игра от Вигаса, не оставляет никаких шансов. Моментально юзает инвиз Вигас. И, по идее, ребята здесь еще убьют и Тавр. А если повезет, ВРка сейчас еще может привязать. Нельзя Баланару попадаться на деревья. Если ВРка привяжет, это может быть Баланар минус. Но нет. Ночью Баланара к забору не привяжешь. Явно никак. Тем временем здесь каким-то образом загулял. Лишь за что его наказали. Еще могут убить здесь ЦМ-ку. Это минус 2. Kill on spree, double kill от Вивера. И это уже несомненный плюс вверх для команды Шторм. Собственно, худ имеется у Вивера. И по классике должен он покупать еще и Vitality Booster. Причем очень скоро. А только лишь после всего этого. Только лишь после всего этого можно делать Радианс. Ну что, еще раз всем hello. 11:30 в Алмате. И мы стримим Техлапс Cup. Ну что, пока две игры идет параллельно. Игры, кстати, имеются в активе, если кому интересно. Там параллельно ДДТ против Тинакс, по-моему. Ну а на ботами что-то попытались ребята. И вот, наконец-то, эта попытка приводит к размену. Дазл на Грейве будет пытаться убежать. Убежит он или нет. Лич тычкует, привязка от ВРки. Дазла карают. Здесь очень плохой замес для команды Шторм. Умирает еще Баланар 2 в 0 на ровном месте. И
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь будут рваться дальше, рваться в бой. Привязка от Вигаса! Просто двоих! И все. Ново! Да, Вибер здесь убежит. Но это была, конечно, привязка очень даже хорошая. И видно, видно, что чего-то не хватает сейчас команде Storm Dota. Играют даже против Микса. Они выглядят не столь уверенно, как хотелось бы нам для интриги. Еще раз напоминаю. ПГГ Вигас плюс 3 против узбекской команды из топ-2. Как минимум, топ-2 Узбекистана. Возможно, немного позднее я запущу какой-нибудь мир-канал или что-нибудь такое, да, в котором буду общаться с вами. Но пока такого нет. И вот с дабл-демеджем дикий, с Лордар, с пауэр-трецами и вангардом только что-то включал спринт, там за кем-то побегать. Кстати, денег у Лордара очень много. Это будет быстрый дагер, это 74 крипа. В общем, очень серьезное доминирование. Я не знаю, что планирует здесь Вивер. Будет ли он сейчас покупать Vitality Booster за 1000 голды или сразу за 1100, либо попытается сразу дойти он до Радианса. Кстати, немногим ранее было обещано, что сегодня еще будет стримить и Каспер, но его стрим не состоится. Причем по причинам, обусловленным не стороной организаторов и не стороной TechLabs. Не знаю, почему-то он не хочет или не может. Это не мое дело, но стримить сегодня Каспер не будет. Думаю, что нам, в принципе, сегодня предстоит с вами посмотреть много интересных игр. Сейчас идет групповой этап. Ах, пак не дотянулся до броды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не сперло. Ну, на миде Слардар куда-то влетает. И здесь тэп-ау делают парни. Понимают, что, вероятно, отдали они вингу. Винга станет. Винга пытается лечиться. Но Бруда, мне кажется, ее здесь покарает. Надо, надо оставлять здесь вингу, это понятное дело. Главное, Дазл сейчас не отдаться. Потому что здесь был сейчас Лордар на спринте, который сейчас бы наделал делов. Вочек Тау. Закрой, пожалуйста, стрим. И нет. И этот самый, посмотри, в активе работает у тебя в игре? Что написано? Рекординг. Все, оно не стримится, парни. А они РМК не захотели? В смысле нет? Ладно. Вернемся к игре. Немножко я негодую по поводу того, что нет в активе. Вообще сейчас должно идти 4 игры параллельно, но две команды где-то потерялись, поэтому идет 2 игры параллельно. Одну игру я стримлю, вторая игра должна быть в активе, ее попросту нет. Кстати, только что покарали... Кого покарали? Покарали, по-моему, Вигаса. Да, Вигаса, играющего на ВР-ке, наказали. Да, вот он, Vitality Booster. Классический айтем на пак от Вивера. И счет 7-8 на самом-то деле у нас. У нас на самом-то деле с вами счет 7-8 на данный момент. Ну что, попытались зайти на мид Баланара и убить и зайти. Команда А+, они же Аптека, но как-то не срослось. Не попадает пауэршотом, прострелом на ботами ВРК, но там был пауэршот больше нацелен, наверное, на крипов. Ну что, ВРК, 11 левел, 4 став, фейсбутс и бутылка, 17 минута, и на миде творится что-то страшное, входит сюда чайник, лича, грейв на Баланаре, никого не убивают чайником, потрясающий новый год здесь от ЦМ-ки, но ЦМ-к убивает мега-килл Вивера. Очень вовремя дали грейв, но наказал Баланара ВРК за наглость. И теперь непонятно, кто здесь должен кого бояться, потому что очень далеко оттянулись сейчас игроки команды Storm. И нам обманул всех Вигас и убежал.
Так, ну на топе. На топе все тоже противостояние. Пак против Бруды. Что имеется у Бруды? Бруды имеется 3-300, Power Threats и Solo Ring. То есть ПГГ вообще не парится, фармит капусту. Пак почему-то... Почему-то Пак... Что это будет? Что это будет? Что это будет? Что это будет? Включается Виндран. Пак. Проблема у Пака. Шифт от прострела. Телепорт. Тычка. Форстав. Ой-ой-ой. Какой же... Какой же не успевает Винга, надо свапать, летает Лича, нормально. Минус Лича, точно Лича-то заберут. Как раскрутили здесь ситуацию, думаю, нереально просто сделать форстав через эти текстуры, но... Но... No one can stop Vegas, even Silence. Все мы помним эти приколы. Дальше мы будем стримить, вероятно, самые интересные игры. Какие, пока не могу сказать. Могу лишь сказать, что самое интересное начнется с плей-оффа. Плей-офф у нас планируется где-то часов 5 по Алмате. Соответственно, в час дня по Украине, в 3 по Москве. И тогда вот будет конкретно очень даже жарко. Ну а пока мы смотрим игры первого тура. Те игры, которые мы можем смотреть. Не знаю, насколько сегодня будет покрыто в активе все матчи, но пока в таком вот режиме мы вынуждены, как получается. То есть сейчас только стрим одной игры имеется, и также имеется ее стрим в активе, если вдруг у вас проблем с трансляцией. По идее, трансляция должна работать гладко, насколько мне подсказывают мои техпараметры. Все гладко, а главное в хорошем качестве. Мне кажется, что Бруда... А нет, вот так вот Бруда реально очень быстро покупает два Oblivion Staff'а. И, вероятно, из-за этого всего нарисуется у нас Арчит. В инвизе бегает Балонар. Это руна. Смущает меня, что нету Балонара этому совершенно. Это плохо. И команда А+ отправляется забирать второй тавр на ботами. Имеется уже Даггер. У Слардара теперь все будет очень трудно и больно. 102 крипа. Слардар нормальный, вполне приемлемый крипстат. И очень смело собираются драться здесь ребята. Я думаю, что если есть фир у Балонара, а у Балонара фир имеется, то сейчас можно натворить дело. Но нет, Балонар возвращается. Балонар возвращается. Так, я отвлекусь на одну секунду. Алло, да. Да. Окей, хорошо, все, спасибо. Давай, все. Убили Вигаса. Здесь мне просто звонили, говорили важную информацию. У тебя есть рация? Скажи, что вочи из уже в Алмате и скоро будут. Команда вочи только что звонила, они стартуют уже в Алмате и через минут 20. Так что немного упустили небольшой момент. Сори, мне звонили по важному вопросу и рассказывали, где же мы потеряли одну команду. Но мы практически ничего не пропустили, кругом килла ВР-ки. ВР-ка загуляла, ее все-таки убили за наглость. Здесь происходит непонятного рода событие. Вот куда-то очень далеко загуляла ВР-ка. Ее привязывают, лечат, умирают. ВР входит чайник от Лича, очень даже неплохой. И Балонару. Балонара проблемы. Балонара здесь могут убить. Ну посмотрите, как на развороте переворачивает команда Шторм. Балонар лоу хп, летит в него тычка, умирает он. И надо гнаться за Слардаром. У Слардара... кулдаун даггера, и сейчас нужно цеплять даггер. Не успевает сделать даггер. А, на даггер нет маны, лол. На даггер нет маны, и заберут же здесь Слардара, вероятно. Надо гнаться, и вот он. Вот он. А-а-а! И даггер Балонара есть! У Балонара есть даггер! Вот это да!
Так, ну что, будет это размен товарами или нет? Я так немножко что-то завтыкал. В общем, забирают товар на миде у нас команда Шторм, а на ботами... Какой размен товарами? Лол, чуть не забрали два товара здесь на самом деле. Но первый товар упал. И команда Шторм отправляется за вторым товаром сейчас. Возможно, из этого что-то получится. Да, ЦМ-ка и Лиш здесь не знают, на какое приключение они попали. Попали они на очень серьезное приключение. Раскаст, минус два, очень быстрых делают команда Шторм. ВРК понимает, что надо что-то делать. Не знаю, почему Винга здесь так вальяжно на Вига стиле Бэтменом упрыгивает просто. Да, и теперь будут забирать ребята еще и второй тавер. Но, опять же, есть где-то ПГГ, и у ПГГ все очень даже неплохо. Более-менее. 10-16 проигрывает по киллам команда А+, она же Аптека, она же ПГГ Микс, ПГГ Вигас плюс 3. И посмотрим, во что это может вылиться. Забираю здесь еще тавер команда Шторм. И практически есть сакрет у Вивера. Поэтому сейчас, я думаю... Вот он. Так, ну что, у Вивера есть... Сакрит, ему его надо покупать. Я думаю, Виверу самое время сейчас убегать. Вот Виверу конкретно пора убегать. Вот просто надо убегать. Вот я не знаю, почему он стоит. Прочекали, прочекали. Прочекали, увидели, нашли. Это почти с сакридом спилил. Вот это прикол. Курицу почти с сакридом спилили. Курица стоит, тупит Вивер. Вивер, не тупи, Вивер не имеет сакрида. Вот он, наконец-то сакрит и пошел замес. ПГГ кого-то убивает. Вивер там натупил, если бы он был в замесе раньше, из этого могло бы что-нибудь получиться другое. 2 в 1 размен. Драка у нас по-прежнему идет. Какой же 2 в 1? Больше наменялись, честно говоря, ребята. Но сейчас не об этом. Сейчас погоня за Брудой. Бруда сейчас зайдет в инвиз и убьют ли Бруду. Убьют сейчас Бруду. Вот она, тычка. Мега килл. 12-9 счет. Это минус 4. Это минус 4. Это 4 в 2 размен. 4 в 2 размен в пользу команды Шторм. Домой. Домой, олени. Конкретно. Уже все. Так, ребят, мне надо на секунду здесь кое-что сделать. Да, минус одна команда дисквалифицируется с турнира команда из Октау. Начинаются у нас крики. Команда ДДТ, я так понимаю, играет против Тинакс. Ну и что, у Вивера сейчас будет Радианс, если он сейчас убьет этого Рошана. Да и так, в принципе, останется немного. Ну, я не знаю, что, какой план в голове сейчас у отважного ПГГшки, потому что... Потому что... Ой-ой-ой. Да, Вивер забирает. Вивер забирает... Вивер забирает у нас Аегис, и все норм. Ну что, пока по игре команда ПГГ проигрывает. Позови Саню. Саня, подойди, пожалуйста.
И что, влет на Пака. Пак выживет или нет? Входит сюда Чейна, очень больно тут парням. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сбривают с Лордара. Пак сделал свое дело, Новый год от Crystal Maiden. Минус Лич. И минус CM Unstoppable. Что творит узбекская команда? Ну, правда, сели здесь вингу. Давай так, когда он просто в первой игре дефлюз, и так по раундам будем по дефлюзу давать. Вдруг они явятся. В смысле, первый дефлюз пока не получится. Так. А вочи едут, слышь? Думаю, нет. Надеюсь на это. Что? Давайте все-таки как-то соберемся. Подсоберемся на игре, потому что много орг-моментов, на которые мне приходится отвлекаться. Еще раз, по факту. Первая игра группового этапа команды А плюс ПГГ Вигас плюс 3 против команды Шторм Дота. Пока что ПГГ и Вигас проигрывают по игре своим визави из Узбекистана. Все очень даже неплохо у узбекской команды. В какой-то момент они переломили. Мне показалось, что уже игра сыграна, но нет. И опять же, это Техлапс. На кону за первое место приз порядка $4000, который мы сегодня разыграем. 4, 2 тысячи, что-то вроде такого, то есть приблизительно. На турнире присутствуют сильнейшие команды Средней Азии и пару неплохих команд из, собственно, Mix PGG, The Nation. Да, ну и такие. Боже мой, мне опять кто-то звонит. Так, минуту. Алло, да. Саша, организатор, я сейчас веду прямую трансляцию в интернет, пожалуйста, мне никаких вопросов не задавайте. Поднимите сюда и говорите с Сашей, главного организатора. По идее, тейкинг 12 должен начаться. Свет, пожалуйста, поднимите сюда, я не могу физически разговаривать, мне люди смотрят. Так, I'm sorry. Возвращаемся в игру. 32-я минута игры Техлапс Кап группы ПГГ пока в пролете. Играют они против команды Шторм Дота, которая играет за Скоржей. Могу показать табличку, если кому интересно. ПГГ 108 крипов, ЦМК 02 как настоящий про, 137 Слардар и Вигас запотел, 142 крипа. Явно видно, хочет пацан побеждать, 150 у Вивера. Вот такая вот ситуация. По героям, я надеюсь, вы посмотрели, как и по этому. Айсман, привыкший играть на керри, играет на суппорте. Я не знаю, во что это выльется. Ну что, гейм есть, Аегис есть, Пауэртрецы есть, Тараска будет, я думаю, скорее всего. И отправляется в пуш команда Шторм. Комментируем в интернет. Ну что, 33 минутки у нас уже. Подожди, игра закончится, я расскажу все. Тут вот ВРК что-то хочет
от Вивера. И это что-то добром, по-моему, не закончится. Но есть здесь еще и... Во-первых, Хаст есть у Верки. Во-вторых, есть у нее Вард. В-третьих, есть Хекс. И поэтому Вигас вальяжно себя так ведет. Скоро будет БКБ у Флордара. Мы посмотрим, что это изменит. Да, вот сбривают Вард, потому что имеется гем у Баланара. И что? И Техлапс. 14-22 на самом деле у нас по киллам. С вами Матрикс, и мы смотрим Техлапс. А самая жара начнется немного позднее. Но, опять же, уже интересно, уже по ГГ. Под смоком собираются гангать штормы. Какие же штормы? Нет, это как раз-таки команда по ГГ. И пуш от Шторм. Диму сюда. Если он здесь, спроси, где он. Дима, ты в арене? Привязочка. Да. Вивер пытается нарезать. Но, наверное, из этого ничего не получится. Тут пошел у нас рассказ от Пака. Влетает сюда Пак, включает БКБ. Брудмазер. Это, возможно, будет очень... Да, это однозначно будет важный файт. Сейчас сбреют Лича. Минус Лич. Минус Кристал Мейден. 2 в 0 меняются. Узбекская команда. Бруда попыталась кого-то съесть, но никого у нее не получилось съесть. Сейчас набреют здесь Вингу. Вингу набрили, и это минус Лордар. Монстр килл от Вивера. У Вивера есть Аегис. Ему просто пофигу. Все. Это будет пуш. Дима. Еще, смотри. Нужно просто пароль ввести на том компе, чтобы на плазмах отображалось. Твой, да? Нет, зайти на доту, это же челлендж, то что, по-моему, я не знаю, зайдет ли так или нет. Попробуй. Дима. Иди за руль сцены внизу, потому что никто не знает, кого сажать, кого-то надо сажать, никто не знает, где кого искать. Забей здесь, Саша справится. Скажи, Саша, что ты пойдешь в руку, тупо. Да, я почти провтыкал здесь замес, но, честно признаться, здесь зажимают уже на базе команду ПГГ. И это good like у Вивера. И в первой игре очень с большим преимуществом на данный момент лидирует команда Шторм, которая приближается к тому, что феноменально обыграть. Примязка в двоих, очень плохо. Очень плохо. Это будет минус дазл. Но спасется ли здесь Вивер? Виверу надо пытаться что-либо сделать. У Вивера есть Аегис. У Вивера есть бэкстеп. Против Вивера здесь целая тусовка. Вивера просветили. Вивера, скорее всего, убьют. Да, сбривают good like Виверу. Загулял Вивер. Опять хорошая привязка от Верки. И ситуация на карте чуть-чуть пошатнулась. Сейвим игру. Домой олени начинается у нас уже в зале. Крики. Там параллельная команда ДДТ играет против Тинакс, насколько мне известно. Ну что? Семнадцать двадцать шесть, друзья. И я даже не знаю, какая игра будет следующей.
Мы поглядим. Да, дела. 17:26. Не знаю, честно говоря, даже о чем сейчас можно говорить. Ну что, да, наверное, самое время включаться и комментировать, когда все организационные моменты вроде как распетлены. Суть заключается в чем? Суть заключается в том, что ПГГ с Вигасом летят, несмотря на то, что у них все очень даже неплохо по фрагам. Точнее, не по фрагам, да, по айтемам, по всем сразу. Агоним, есть была нара. Да, наверное, сейчас будет самое интересное происходить на карте. Вот мне интересно, что появится из этого Helm of Iron Villa у Слардара. И отправляются бить крипов. Даже, скажем так, не крипов, а отправляют... Крики. Отправляются бить Рошана. Здесь команда Шторм, но она прекрасно понимает. Или не понимает. А-а-а, что это было? Я не знаю. Влетел Слардар и ничего абсолютно не сделал. Непонятно, здесь потасовка. Рассказ от Пака. Пак будет сейчас сюда влетать. Тем временем грызут Дазла. Входит чайник от Лича. Минус один от команды ПГГ. И убегает в ужасе Слардар. Привязка. Прошивка. Убили ЦМ-ку. Один в один пока поменяли здесь ребята. И будет давить. Вивер будет давить. Вивер будет гнаться за Брудой. Но нет. Что-то передумали. Решили развернуться и сделать Рошана. Кстати, Слардар-то загулял, его убили. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Ернар, отстань от меня. И чё, находят... Находят Вигаса. И Вигас юзает Госкепитер и пытается убежать. Но нет, не тут-то было. И еще заберут Аегис сейчас. Заберут Рошана. Второго Рошана. И все очень хорошо у команды Шторм на 42-й минуте игры. Ты рулишь уже внизу? А Марик где? Няшка. Ну, рули низ. Рули низ. Низ сегодня твой. У него на аккаунте адрес такой же. TechLab Staking. И чё?
И что, нашли здесь лордар? Лордар БКБ выспопнула винга. Вингу здесь могут убить, но нет. Грейв на винге и раскаст от Пака будет. Минус ЦМ, умирает ЦМ-ка. Лич! Убью сейчас, Лича убивают. Минус 2 от команды Шторм. И чувствует себя просто как дома. Как дома чувствуют себя ребята. Как дома чувствует себя на вражеской базе команда Шторм. И, по-моему, сгрызут сейчас Бруду. Причем сгрызут очень быстро. Влетает сюда Слардар. Слардар пытается убить Вингу. Винга рассыпается. Но Слардар умрет очень быстро. Это минус Слардар. И ПГГ не лечит бараки. ПГГ все не очень хорошо в этой игре. Не знаю, зачем захексили крипа. Лига сажает от безысходности, видимо, это делает. И идут за последней стороной. Команда Шторм Дота. А группа-то очень интересная у команды Аптека Плюс. Очень интересная. Есть здесь еще и Госу. Следующая игра, которую мы будем транслировать, наверное, Госу против... Че, попытки сделать что-либо. Но здесь, вероятно, будут уже мега-крипы. Рассказ от Пака. Привязка. Баланара не убьют, потому что есть у него грейв. Убивают ЦМ-ку. И да, надо сейчас суицидом. Надо суицидом за бараком, но нет. Убивают. Да, убили и стоит по-прежнему барак. Дазл пытается, но Дазл не сможет. Телепорт сюда делает. Баланар выкупился. Вивер тоже здесь. И все. Это минус последний барак. Это мега крипы. Мега крипы на 45-й минуте. Нашли. Убили. ПГГ. Выкупается Брудмазер. Мега крипы. И это победа. Это однозначная победа команды Шторм Дота. Феноменально против Аптеки Плюс. Да. Ну чё, покарают или не покарают Бруду? Да, минус Бруда. Минус Бруда! 22-38 вливают из игры, ребята, это победа! Yeah.
надо больше рассаживать на своих местах. У тебя есть другая рация? Слышно меня? Мне скажи, ты что делаешь? Деньги работают? Деньги напутал я, что? Хорошо. Короче, вот это Рома. В виде того, что у тебя было выключено сегодня телефон. Я не смог тебе сказать, что мне нужно открыть камеру. Это его, этот самый.